Поле и Кидо. Где же в этой рухляде пробел? Все уже давным-давно перешли на компьютеры, а мы тут боремся с этим старьем. Алло, сержант, срочно придите ко мне. Проходите. Присаживайтесь. Здравия желаю, товарищ капитан. Вызывали? Сержант, да, вызывали, но сержант, где тут пробел? Так вот же, товарищ капитан, вот эта длинная клавиша, ну чего? Спасибо, сержант. Да не за что. Эй, товарищ капитан, что вы делаете? Это мой бутерброд, мне его мама положила. Я все время вижу, что вы едите. Ладно, говорите, зачем вызывали. Надеюсь, не ради того, чтобы забрать у меня бутерброд. Где сейчас находится Джимми Бакс? Джимми Бакс? Я же вам говорил, Джимми Бакс сбежал. Нет, я это и знаю. А где он сейчас находится? Ну, по оперативным данным, он находится где-то в лесных массивах. Я пешком туда не собираюсь идти. Что вам для этого нужно? Так я вам уже говорил. Вертолет. А вы мне говорите, у нас нет бюджета, у нас нет денег на вертолет. Держи тебе вертолет. Товарищ капитан, это же полицейский вертолет. Классно. Так, товарищ капитан, признавайтесь, откуда у вас деньги на вертолет? Так, разговорчики, сержант, у тебя 2 часа, чтобы его собрать. Есть, товарищ капитан, слушаюсь. И говори своей маме, чтобы в следующий раз 2 бутерброда сделала, если не хочешь остаться голодным. Есть, товарищ капитан, будет сделано. Все, через 2 часа я буду. Хорошо, и побыстрее. Ну что, сержант, готово? Так точно, товарищ капитан. Вот, пожалуйста, наш вертолет. Неплохо. Готовьте машину к взлету. Через 10 минут вылетаем. Товарищ капитан, а кто будет пилотировать? Ты, сержант, кто же еще? Я не буду. Научись. Как я всему этому научусь? Совсем с ума сошел. О, руководство по эксплуатации. Так, это мне пригодится. Так, для того, чтобы запустить двигатель, нажмите красную кнопку. Так, красная кнопка. Вот она. Так. Товарищ капитан, садитесь, полетели, у меня все получилось. Садитесь, товарищ капитан. Все готово. Давайте я вам помогу. Опа. Товарищ капитан, держите. Я за вами поухаживаю. Так. Раз, два, три. Все, товарищ капитан, полетели. Где же эти чертовы баксы? Я же их здесь спрятал. Черт, полицейский вертолет! Как они меня нашли? Пора сваливать. Эй, Бакс, стоять! Далеко не убежи! Ага, сейчас размечтался!
я тебя накрою. Бах, стоять! Не двигаться! Ну что, Бакс, наконец-то я тебя поймал. Сержант, смотри! Ай-яй-яй-яй! Бакс, стоять! Стоять, Бакс! Так тебе и надо! Джимми Бакс сбежал, а я увольняюсь. Не расстраивайся, пап, в следующий раз его поймаем. Друзья, поддержите моего папу, поставьте лайк и не забывайте подписаться на мой канал. Пока-пока!